Ну, давайте продолжим. На сегодня я вам хочу рассказать другую историю. Такую странную, но все-таки это очень важная история. Ну, во-первых, я скачал Lucky Patcher и дал ему рут-права. И взламывал игры, которые тогда не смог. Ну, потом решил взломать Google Play Market. Ну вот, вот так, не инструменты, а нет, не патчи, потом, да, удалил проверку лицензии, потом, вот так сделал, потом в самом конце там ничего не работало, но я сделал резервную копию, потом удалил Google Play Market, потом скачаю резервную копию. Представляете, она не работает. Я прям был в таком шоке, потом зашел в Google, потом сказал, удалил Play Market, потом вышли такие видео, сети, потом там говорится, что там я скачал Play Market, потом захожу, там говорится, что ты должен принять лицензию, там что-то в этом роде. Ну, когда ты нажимаешь «Да», на тебя прям выявляется такая иконка «Google Play Market остановлен». Потом я посмотрел на YouTube, потом решил, там показали, как нужно делать. Потом я сделал вот так. Я зашел в Lucky Patcher, зашел в инструменты, да-да. Потом, вот, принесли обновление в систему. Ну, первым делом скачал через Google Play Market, потом на этот Google Play нажимал принести обновление в системную, потом перезагрузить телефон, потом Play Market, оказывается, потом заработал. Ну вот так, еле-еле смог запустить Play Market. На моем телефоне Fallout Shelter не поддерживается, но есть еще один плюс, ну, Lucky Patcher с правами. Ну, у меня там сейчас посмотрите. Опции, память. Там у меня не работал. Видите, карта вам CD у меня там не работала. Вот поэтому у меня не было уж много памяти. А вот так я смог сделать вот это. Ну, принести на CD-карту. Ну, видите, как легко. Ну, сейчас покажу. Ну, первым делом надо удалить у рифу, удалить приложение, да. Ну вот, посмотрите Инстаграм, на карту, потом она там перетаскивается, она что, перетащилась? В принципе, на карту так быстро. Чё, закончилось. Чё? А какой облом? Нет! Я не могу так облажаться. Ну, первым делом я бомбить ещё не делал. Сейчас, в принципе, на SD-карту. На CD-карту. Чё за... А вот. Это ещё что такое? Ну, на этом, кажется, закончим такое короткое видео. Ну, очень важно такое. Ну, тун-тун-тун.